Всем привет! Привет, ребята! Сегодня мы играем в Бен 10 борцы! Борцы, Бен 10, Амниверс, да? Да. Так, сейчас вам Саша расскажет немножко об этой игре, да? Да. И о мультике. Здесь, наверное, надо драться, да, или еще что-то? Да, картами. Раз игра называется Борцы. О. Так. Играть. Один игрок. Компания. Вот. Так, это выбор персонажа. Либо Макс, либо Кевин. Давай за Макса. А нет, Макс это кто? Это дедушка? Это против Макса. А, против Макса. Да. Давай против Кевина будем. Кевин 11, да? Да. Так, что нужно делать, Саш? Выбираешь вот эти вот карты, да? Или что, это помощники твои? Это персонажи такие. Так, такой персонажи. Здесь что-то у нас да. Не очень какое-то это. Несколько уроков преподам, говорит. Да. Так, давай. Продолжить. Так, цель игры – победить противника, лишив его всех трех персонажей, которые называются борцами, да? Дальше, когда право хода переходит к вам, вам следует атаковать активного борца противника с помощью своего активного борца. Кроме того, в мире можно использовать одну или несколько карт поддержки, которые помогают вам или наносят урон противнику. Игрок, который первым побеждает всех борцов противника, считается победителем. Надо всех борцов победить, да? Так. Наш ваш ход. Так, давай подкрепление персонаж делаем, чтобы у нас... Так, у нас вот эти вот карты снизу, да, вот эти да. Вот? Они нам помогают, ну, на какой-нибудь предмет делают. Тут у нас рассказывается. Так, и ты выбрал что сейчас? Подкрепление, персонаж. Он будет мне помогать и убивать фидбэка. Ага, здорово. Так, тоже пламени. Мы атаковали, урона. Да? Да, три урона. Три урона было? И у него... Осталось один, да? Да, и у него первый ожог степени, наверное. Так, ты его, короче, спалил. Да. Теперь он, наверное, ходит, да? Да, но если мы нажмем последний ход. Ожидание противника. Ход противника. Так, теперь он у нас, да? Как-то он сильно... У нас первый ожог молнии. Я что-то уже ничего не понимаю, что тут надо делать. Так, потобластер. Так, давай, теперь мы ходим, да? Да. Выбираем, каким персонажем будем. Ты выбрал вот этого, да? Да. Так. Минус урон и язык пламени. Почему опять язык пламени? Потому что у нас другие способности. Вот, сгорание еще пока что не зайдет. Так, ладно. У нас только вот этим, да, мы можем? Язык или пламя. Именно вот этой карты мы можем только пламя, да, делать? Только этим. Так. Так, ход противника. Значок санитара, предмет. Ну. Так, он сейчас что делает? Подкрепление он еще сделал. Он вызвал подкрепление? Да. Так. Так, у меня... Не знаю, сколько осталось. А, теперь он за другого персонажа. Вот персонажа. Так, мы-то что теперь делаем? Теперь у него... Ой, назад. Теперь у него два своих персонажа, у нас 63. И за пламя мы делаем. Мы сейчас побеждаем его или что? Да. А мы кроме языка пламени ничего не можем пока сделать. Ну, кроме нам еще помогают вот всякие фотобластеры. Так. Это минус 8, это он нам взял? Да. Магазин коктейлей. Так. Так. И игра когда закончится? Когда мы выберем всех его борцов. О! А у него сколько борцов осталось? У него борцов осталось 2, а у нас... 3, да? Да. Так. Ну что-то я уже ничего не понимаю, что тут делать надо. Так, ну давай. Персонажем ходим. Так, и что? Ну, а? И
Так. Минус 10. Все, он нас убил, да? Мы проиграли? Нет. Так, за кого? Я лучше возьму за фидбэка. То, что у него меньше здоровья, а потом больше всего. Которого больше всего здоровья. Так. Так. Возьму персонажика. Ну, блин, капкан. Бен 10. Да. Фидбэк искра. 6 урона. А почему так мало? Он нам 10, а мы ему 6 всего. То, что у него стилач. Он самый сильный из персонажей почти. Да. Ладно. Так, бегун Газава. Так. Значок санитара. Как-то он опять его использовал. Теперь он у нас? Да. Минус 6 был? Да. А вот это 7, что такое у нас мигает? Ой, давай возьму вот, ты принес санитару. Он нам то, что помогает, я брал его уже. О, так нам еще брать. Ну, бери, бери. События, наверное, сделаю. Двойной удар. Ну, давай. Так, и искра. Почему 6? Почему мы по 10 не можем сделать? И еще раз. Еще 6. У него 7, а у нас 11. У него сколько карт осталось? Это последняя. Это последняя у него? Да. Так, а у нас это еще одна, да? Да. А где еще одна? Еще одна там сзади. Угу. Все понял. Да. Так. Так, сейчас он нас бьет. Сейчас мы будем его бить. Так, ваш ход. Протомеч. Протомеч. Какой-то классный, да, удар или что? Да. Это оружие лука. 6. А где у него жизнь-то осталась? Победа! Мы победили! Да. Ура! Что, тебе понравилась игра? Мне понравилась. Да? Да, очень. Классная игра? Очень классная. Ну, да, ясно, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока! Пока-пока!